Я в столовой, мой первый обед. Взяла картофельный суп с фрикадельками. Хотела немножко, но, в общем, как-то так получилось много. Бурчики, курица, котлетки, помидоры, овощи, чуть-чуть картошки, не знаю, съели столько, что-то прям очень много взяла. Еще есть мороженое, и работают две линии. Удивительно. Далее мороженое. Тут два шарика разных. Одно вот лесные ягоды, там розовенькая, голубая лагуна. И там желтый с дыней и фисташкой. Места в столовых мало. В общем, все столики заняты, но одному человеку легко найти место. Это если с семьей там поплотнее как-то надо. В общем, все понравилось. Обед очень вкусный. В общем, шикарный. Только огурец с толстой кожицей как бы не очень жуется, а так очень все вкусно. В общем, я довольна. Сейчас, наверное, часик полежу, посплю. А то в поезде вообще не спала. Ну, мало очень спала. Поэтому, в общем, сейчас отдохну и пойду, наверное, на море сразу. Как классно! Я на море. Уже поплавала, вода 21 градус. Такая уж холодная, привыкаешь быстро. Пойти, конечно, тяжеловато было первый раз. Но там вообще тепло в глубине. Нормально. Солнца, правда, нет. Облака. Завтра передают штормовое предупреждение на 2 дня. И неизвестно, получится поплавать или нет. Поэтому сегодня в быстром темпе побежала на море. Даже не стала спать. Хотела после поезда поспать немножко. Думаю, ну нафиг. То просплю погоду. Завтра неизвестно что. Поэтому радуемся, что сегодня удалось поплавать. Такая волна небольшая. Народу много достаточно. У меня вообще кажется, что и в санатории много народу. И на пляже в сторону еще больше. Наша клубка. Очень много строится новых зданий, каких не было в прошлом году. Вон дети плещутся, вода нормальная. Будем купаться и загорать. Кричат как. Народу полная столовая. Ужин у меня запеченные овощи. Так, это мясо в черносливе, помидоры, курочка, крылышко, салат с кальмарами и какой-то там рулет спрятался. Запеченные яблоки, кофе, латте и кефир. Всем приятного аппетита. Вот я поужинала, как жаль, познакомилась с девушкой. На пляже еще вместе лежали рядом и в столовую попали за один столик. Она сегодня уезжает. Эх, не повезло мне. Ну, может быть, с кем-нибудь еще познакомлюсь. Так вот, сейчас я поела, пойду променад сделаю. И хочу, наверное, погладить белье. Сегодня вытащила, все помялось с чемодана. Какой знак. Давайте спустимся. Здесь что у нас? Так, это вот лечебница. Какой-то вот постройка. Пойду. Цветочки. Какие разные все. Вот этих вот я не видела в том году. Вот и георгин тут. Бархатцы. Ну, вот петуни, кот лежит. Давайте пройдем цветочки, поглядим, что в этом году поменялось. Ну, вот с этой стороны ничего, а с другой, ну, вот эти вот клумбочки новые. Лаванда растет, уже вся цветет. Вот с той стороны как-то больше цветов. Там и ромашки. А здесь тоже вот, кстати, я их не увидела. Шаркуст. В общем-то, все по старой схеме. Отдыхаем.
любуемся. Поэтому даже не знаю, что снимать. Если будут какие-то новые экскурсии, надо будет поснимать. Завтра пойду в лечебный корпус, назначат процедуры. Хочу по минимуму пока. Но очень хочется мне на зарядку ходить в 8 утра. Я как раз, ну, для тонуса. Вот фонтан, птички. Очень много моего возраста женщин. И по одному приехали, по одной. В общем, надеюсь, я с кем-нибудь подружусь. Как-то много в этот раз одиночек, детей поменьше. В общем, буду привыкать. Ой, тут уже часть роз отцвела, и часть опять цветет. Ну ладно, на этом я пока завершаю съемку. Наверное, сегодня первый день. Гуляю по Алуште. Время 8 вечера. По набережной иду. Ходила в эту сторону. Ну, в другую сторону набережной. Вот. Посетила магазин крымской косметики. Немножко накупила. Потому что в нашей стране как-то нет новинок. Я так посмотрела. Ничего не нашла. Смотрите, какой цветок. Как мне нравится. Они тут везде. Такая прелесть. Такие колокольчики. Прелесть. Это, наверное, юкка. Не знаю, как правильно называется. Может, и не юкка. Вот. Здесь аквапарк в Алуште. Отель. И просто можно купить вход на один день. Вот. Очень интересное здание. Вот. Такая красота. Кстати, хочу вам показать море. Сейчас успокоилась волна. Такое ласковое. Вот сейчас проходила, там люди купаются на другом пляже. Вот. Вообще, можно сказать, волн нет. Но прям тихонечко-тихонечко. Прелесть. Вот. Люди гуляют. Отдыхающих очень много. Я вот в этом году не говорила, куда поеду. На работе старалась молчать. Знали только мои родные. Вот, многие люди как бы осуждают, куда ехать. Ну, вот. Женщина так кричит, что у меня сбылось мысли. В общем, не хотела я говорить, потому что у многих неадекватная реакция. Вот, куда вы едете, да зачем? Но это личное дело каждого. Давайте еще покажу вот такую красоту. Прелесть. Розочки. Кстати, экскурсии на косметическую фабрику сказали мне не видать. Таких не бывает, не пускают. В общем, быть таких не может. В общем, я сожалею, конечно, что я не попаду никуда. Ни на какой завод косметический. В общем, печалька. Ну да ладно, что теперь делать? Я, конечно, понимаю, там чистые зоны и все такое. Как у нас на работе. Тоже никаких экскурсий. Ну ладно. Вот, иду сейчас. Малыши гуляют. Дети есть, на самом деле. Я сказала, что у нас контингент в санатории такой возрастной. Но дети есть вообще-то. Вот, поэтому... Вот смотрите, как хорошо. Так тепло, комфортно. Сейчас я пойду в номер. Буду уже ко сну готовиться. Надо принять душ. Погладить белье, там у нас на этаже есть комната. Вот здесь прям вот номера у моря. Везде сдается, кстати, жилье. Все свободно. В общем, приезжайте, кто хочет. Очень все спокойно. Так что красота. Люблю Алушту. Буду возвращаться сюда. Мне кажется, я буду, ну, не один раз еще сюда возвращаться. Так что такую красоту нельзя не полюбить. Я обожаю Крым. Ладно, на этом я пока тоже прекращаю свое видео. Птички чирикают. Вот, я иду домой. Пока-пока. Кстати, вот аттракцион такой классный. Вот здесь... Очки надевают такие виртуальные и переворачивают, и что-то там так веселятся. Видно, что-то такое показывают. В общем, очень интересно. Так что вот.
этом году я такого не видела здесь. Ладно, пойдем дальше. Тоже все любуются моим цветочком. А, кстати, сейчас пойду, может быть, увижу поющие фонтаны. Не знаю, включат их или нет. Посмотрим. 8:30 их в прошлом году включали, как раз сейчас время. Смотрите на эту красоту, господи, это просто совершенство. Какой цветок вообще, смотрите, прелесть. Такая красивая розочка. Сегодня мой завтрак. Блинчики с вишней, вареньки с творогом, омлетик, сыр, творог, помидорка. Дальше кофе макачино. Это снежок, фрукты. Ну, кашку я тоже взяла. В общем, буду закидывать. Всем приятного аппетита. Сижу на бережку. Вот два раза искупалась. Что-то волна все усиливается. Передали штормовое предупреждение. Какие-то ливни, грозы, усиление ветра. Ничего, я уже два раза искупалась, море мутнеет, всякий мусор начинается. Скорее всего, скоро пойду в бассейн плавать. Там, наверное, ажиотаж сегодня будет. А так, все тепло, хорошо, солнце за тучками такими небольшими, не сгоришь. Народу на пляже не очень много, в другую сторону побольше. Ну, вообще, прилично. Вот только... Вчера вечером ходила, было тихо-тихо, а сейчас он как бы шумит уже. Вот. Так что пока так.